Если ты любишь Чикинган, как и я, то обязательно подпишись на мой канал и поставь этому ролику лайк с колокольчиком. Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Ананасик, и вы попали на мое новенькое видео по игре Чикинган. И вы просто не поверите, я нашел новую подскалку в новом обновлении Чикингана. И давайте же я ее покажу ради вас. Да, друзья, еще никто не находил эту подскалку, поэтому давайте же я вам ее покажу. Короче, вот мы заспавнились. И вот здесь, короче, в этом ракурсе нам надо заспавнить, конечно же, ракету. И вот в этом направлении просто лететь. И вы просто не поверите, что там будет. Короче, это, конечно, довольно долго лететь, но зато оно того стоит. И давайте же сейчас ускорим видео, и вы увидите, что же там. Ну и просто внимание на экран. Ха, просто посмотрите, это планета в Чикингане. А самое главное, ну, это Луна. Да, и прикольно то, что очень далеко лететь, и как-то я нашел эту крутую пасхалочку. Ну а вы оцените, конечно же, лайком. Ну и что? Ну а сейчас смотри видос, который высвечивается у тебя на экране. Он реально очень годный, просто посмотри его и оцени. И с вами был, как всегда, я, Ананасик. Всем пока-пока.